13 апреля, 17 год. Мы находимся на лагерном пруду Комогорихи, на плотине. И вот сегодня утром я обнаружил большую здесь течь, целая река. Вот. И там видно нора, ну, между старой и новой глины, новой-то, которую нагребли в прошлом году. И вот ремонт делаем. Сейчас около 8 утра. Братья у нас и сестры в храм пошли. А мы на ремонт плотины. Слава Богу за все. Ремонт плотины лагерного пруда. Вот она, плотина. Мешки с глиной, с шерстью, с соломой. А вот он, поток бурный. Видимо, по осени, может, даже бобер прорыл на глубине старой глины. Бог помощь! Спаси Христос! Прокомментируйте что-нибудь, братья. Ну, попозже, не сейчас. Попозже. Сейчас не до комментариев, да? Дыра, значит, наверное, от бобра или от андатры. Так андатра уж больно большущая. Промыло, может быть, да? Там вот плохо. Смотри. Ага. Видите? А там темнота. Мешки. Видно. Руку засунь туда. Мешки вон. А там все равно, значит, непонятно, что там. Угу. Видно. Сейчас сам не поехал. Вот здесь как раз и шел поток. Это от слива, ну, метров 15-20, да? От бывшего центрального слива. А, от бывшего центрального? Да, бывшего. А, что? У Сани. Пять нож нужен. Вот нужен. Сейчас будет. Такие дела, поток. Я сегодня пошел. Еще 7 часов не было. И обнаружил здесь течь. И вот уже рыбак наловил. Что там поймал? Карасиков. Гальяны, караси, да. Ну, здесь они вот потоком их вымыло. Вот. Ну, поначалу, конечно, я один посмотрел, думаю, ой-ой-ой, это не остановить. Оказался Фомой неверующим. Че, Саш, там тоже что-то собираешь, да? А вот еще. Они живые, еще дергаются. Всех поймал.